Добрый день. Сегодня у нас Land Rover Discovery 3 2006 года. На нем мы уже меняли редуктор переднего моста. Мост в сборе передний заменили, ввиду того, что тот мост был коррозии съеден. Но у нас продолжается гул идти с левой стороны. Подняли, вывесили, включили передачу и нашли то, что у нас левый привод во внутренней гранате бьет. То есть он бьет прилично. Сейчас покажу, как. Заказали новую гранату. Включай. Чуть-чуть газку дай. Вот так вот он гуляет. Есть подозрение, что перешипник во внутренней гранате закусывает. Так. Откручиваем гайку привода. Головка здесь на 32. Фиксируем тормозной диск. Откручиваем рулевой наконечник. Так, ну вот, снял рулевой наконечник, выбил его. Гаечка здесь, головка на 18, отводим его в сторону. И теперь откручиваем оба болта, вот, эксцентрики, которые держат у нас в целом блоке. Рычаг мы нижний снимать полностью не будем, мы его просто отведем в сторону. Возможно, что еще придется открутить крепление, нижнее крепление амортизатора. И вытащим привод. Так, ну вот, открутил еще крепление переднего амортизатора. Здесь гайка на 24, болт на 21. Вытаскиваем сам болт, он длинный. И снимаем оба болта эксцентрика, передний и задний. Все, у нас рычаг спокойно выходит, оставляем его на шаровой опоре и выталкиваем теперь привод из ступицы. Берем отвертку, оттягиваем ступицу, и он не идет. Сидит плотно, но не закисший ничего. А дальше уже выталкиваем его. Сейчас по длине отвертку возьму. Так, ну вот я привод вытолкнул. Вот здесь вот так вот. Теперь мы берем и штоком выдергиваем привод из моста. Так, ну вот, берем, тянем привод из стопора, из зацепления я его выдернул. Теперь отводим ступицу в сторону. И чтобы не повредить сальник, снимаем привод. Все, привод мы сняли. Снимаем хомуты с привода.
должны быть одноразовые, но они еще родные. Здесь защелка. Так, этот сняли. Снимаем большой. Большой здесь на защелке. Держать? Нет. Не хочет по-доброму. Будем не по-доброму. Что-то отсюда какие-то запчасти валятся. Все. Вот, видишь, уже торчит. Вот оно. Развалился. Развалился трешипник все-таки. Какой-то пришел в негодность. Какие-то там запчасти выпадают. Вот он закусывает, вот он через раз, вот этот, когда эти иголки навернулись, здесь же что-то падало, да? Непонятно. Так, ладно, снимаем стопор. Вот этот вот, да. Он не крутится, он закусывает, вот в этом положении он закусывает. Эти вот они шевелятся, крутятся, а этот все, он шевельнул, пошел. Этот крутится, этот через раз. Ты знаешь, не скажу, что они совсем мертвые, но как-то вот он со смазкой и не совсем хорошо работает. Ладно, берем, ставим новый. Так, использовать мы привод будем не оригинальный. В комплекте идет вот такая смазка, вот такой пыльник, он фигурный идет внутренний. Идет вот такая схема с размерами. Это маркировка NZVP61RR, но это не каталожный номер,
Так, идет хомут внутренний наружный. Идет трешипник. Но здесь трешипник другого исполнения. У него не плавающие головки, как там. У него просто смещающиеся. Ну и сама внутренняя граната со стопором. Сейчас померим диаметр, размеры. И будем устанавливать. По маркировке он идет. Внешняя маркировка. Это внутренний левый привод Land Rover Discovery 3 и Discovery 4 с 5 по 9 год. RU 00110VL. Фирма получается. Joint это привода вообще делает. Руил. Фирма Руил. Ладно, устанавливаем. Берем привод, одеваем хомут, одеваем пыльник. Здесь вот так вот одеваем. И одеваем стопорное кольцо. Так, стопорное кольцо мы одели. Теперь мы набиваем смазки. Набили смазку. Так, ну вот смазки набили. Посадочное место. Можно, пожалуйста, заходить. Вот. Так вот. Теперь одеваем хомут. Для этих хомутов есть специальные стяжки, которые затягивают, загинают и обрезают. Но стяжки у нас нет, поэтому мы затягивать будем пассатижами, отверткой.
затянули нормально, с достаточным усилием. Теперь перегибаете вот сюда в замок, и вот эти два стопора с двух сторон стопорите. Лишнее обрезается. Также и маленький. Вот оба мы стопора одели, пыльник зафиксировали. Идем устанавливать. Так, ну все, привод ставил на место. Зашел легко, стопорок только заправился, зашел и защелкнулся. Теперь ставим на место рычаг. Передний болт эксцентрик и задний болт эксцентрик заводим на место. Ставим на место болт амортизатора. Ставим на место рулевой наконечник. И теперь все затягиваем. Гайку привода закрутили, зашпринтовали. Масло, вот она пробочка, масло заливное, долили. Это гайка крепления переднего амортизатора, передней стойки. Затянули. Эксцентрики затянули. И один, и второй гайку рулевого наконечника затянули.
обе защиты снизу установили. Теперь опускаем, ставим колесо и проверяем, смотрим, как будет привод себя вести. Ну что, привод мы поменяли, вывесили, все равно он бьет. Получается, на полностью вывешенной подвеске трешипник просто работает на грани своих возможностей, поэтому вот это биение и есть. Гул у нас не ушел, поэтому можно сказать, внутренний привод мы заменили зря. Всего вам доброго!